привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приехали в стоматологическую клинику Temeldish Polyclinic, которая находится в Кестеле. И вы помните, раньше в своих видео и в Инстаграме я говорила о том, что я хочу сделать чистку зубов, отбелить зубы. И здесь у меня есть пломба, которую нужно тоже заменить. Но возникла проблема. Я почувствовала боль вот с этой вот стороны и решила прийти, чтобы мне сделали снимок. И, скорее всего, вот этот зуб придется мне вырвать. Самый-самый последний зуб верхней челюсти справа. Но прежде чем мы пойдем на прием к доктору, давайте посмотрим, как же выглядит в Турции стоматологическая клиника. Эта клиника находится, как я уже говорила, в Кестеле, и все контакты этой клиники вы найдете в описании к этому видео, по телефону или в их инстаграме, в социальных сетях вы можете записаться на прием. Здесь есть русскоговорящие врачи, поэтому при походе к врачу у вас не возникнет никаких языковых проблем. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Клиника открылась, новый офис открылся совершенно недавно, и здесь на втором этаже есть два кабинета. И сейчас в один из кабинетов мы с вами зайдем. Но мое лечение проходит на первом этаже. Здесь есть у нас врач. Семир Бей говорит по-английски, по-арабски. Арабча, тюркче, инглиша, кунг. Говорит по-английски, по-арабски, по-турецки. И мой врач говорит тоже по-турецки и по-русски. Семир Бей нам сейчас покажет кабинет. Здесь это вторая клиника, которая принадлежит одному владельцу, и здесь у них самое современное оборудование. Aşağıda gördüğünüzün aynı çok malzememiz var zaten burada. Bir de karşı tarafta bir klinikimiz daha var. И есть еще один кабинет. Тоже покажем вам. Здесь этот кабинет используют в основном для имплантов и для того, чтобы делать какие-то операции. Здесь делают процедуры, которые занимают много времени, например, как отбеливание зубов, импланты, ну, в общем, то, что длится очень долго. Сегодня я иду к доктору Мустафе, он говорит по-русски, и посмотрим, что он скажет по поводу моего зуба, который у меня вот здесь вот болит. Доктор Мустафа. Здравствуйте. Привыкла со всеми по-турецки, да. Доктор Мустафа работает в этой клинике, Temeldish Polyclinic в Кестеле. Расскажите немножко о себе. Вы из Ростова? Я из Ростова-на-Дону, родился в Ростове-на-Дону. Там закончил школу и поступил в городе Самсун на стоматологический факультет в Турции. То есть сразу после школы вы поступили в Турцию? Да, в Турцию. А почему выбрали Турцию? Ну, я сам по национальности турок, поэтому решил вернуться в Турцию, на родину, так сказать. И поступили в университет, да. закончил университет в Самсуне. Закончил университет в Самсуне, уже 3 года как практикую стоматологию, как врач-стоматолог. А как получилось, что вы сейчас в Алании работаете? Случайность, так сказать. Как всегда, все попадают в Алании случайно. Прилетел в Анталию и оттуда попал сюда. Ну, так, счастливая случайность. Да, друзья, поэтому, если вы не знаете турецкий язык или какой-то другой иностранный, доктор Мустафа прекрасно говорит по-турецки, по-русски, и вы можете со всеми вашими зубными стоматологическими вопросами обращаться. Да, обращаться. И, кстати, в описании к этому видео есть все контакты этой клиники. Ну, а сейчас самое главное, давайте
Посмотрим. Доктор Мустафа, у меня вот такая вот жалоба. В прошлом году, по-моему, в прошлом году, вот с этой стороны я почувствовала, что я сначала подумала, что болит ухо. И мне стало вот сюда вот отдавать. Я пошла к ухогорлоносу, он сказал, с ухом все в порядке. Но оказалось, что задний зуб давил на рядом стоящий и отдавала сюда, и была головная боль. Теперь с этой стороны то же самое. И мне кажется, что опять задний зуб. Ну, в общем, вы все посмотрите, что там. Зубы мудрости, они всегда проблематичные. Нет, он настолько... Я пошла к ухогорлоносу опять. Он говорит, с ушами все в порядке, но... Проблема в зубе, да? Проблема, сказал, в челюсти. Да, ясно. Я думаю, что это опять то же самое, потому что начало отдавать в голову. И вот здесь вот началось... Немного неметь начало. Угу. То есть мне кажется, что то же самое. Посмотрим. У каждого человека своеобразный процесс роста этого зуба. У некоторых людей он растет без проблем, у других встречаются проблемы. Я постучу, если будет больно, скажите хорошо. Вот. И расположение зуба неправильно. Для точности диагноза давайте сделаем снимок ортопанорамический. Угу. То есть вы говорите, у кого-то с этими зубами проблем не возникает, а вот у меня к 35 годам начались. То есть обычно формирование этого зуба оканчивается к 20-21-летнему возрасту, но бывает задержки, когда зуб расположен в челюсти неправильно, он может вырасти к 30 годам даже, и вырасти неправильно. Неправильно. И поэтому начинает болеть. Поэтому он начинает давить на другой зуб, поэтому может быть дискомфорт и боль в другом зубе. Вот видите, вы постучали чуть по нему, я теперь чувствую, что-то там это самое. И поскольку чистить его тяжело, то начинается... быстрее пораженный кариес, поражается кариес. Вот все, я чувствую, болит. Так, тогда что сделаем, мы сейчас? Сейчас мы сделаем снимок, чтобы посмотреть расположение зуба, его корня и увидеть, насколько инфицирован кариесом ваш зуб. А посмотрите, пожалуйста, еще вот этот зуб. Здесь у меня пломба внизу, и ее, наверное, тоже надо менять. Ну, форма пломбы, конечно, совсем не анатомическая, немножко стерлась. Да, возможно, ее поменять будет лучшим вариантом. С остальными зубами все хорошо, зубного камня не наблюдается. Единственное, что у вас, наверное, немножко стрессная работа, поэтому вы сильно нажимаете челюсть, крепите зубами. Нет, на самом деле нет. У вас немножко стерли зубы. Давайте сделаем снимок и посмотрим. На самом деле нет. Нет? Многие спрашивают, но я не помню, чтобы я скрипела. Вы не будете помнить, потому что... Во сне? Это бывает во сне, то есть вы видите сон. А могут, например, зубы стираться, если ешь не от стресса работы какой-то, а когда ешь что-то твердое постоянно? Нет. Ну ладно. Идем делать снимок. Фильм «Аладдин». Так, друзья, сейчас идем делать снимок. И на самом деле, помните, в своем инстаграме я говорила вам о том, что сначала я хочу почистить зубы и сделать отбеливание, а у нас получилось все наоборот. Сначала мне нужно, наверное, вырвать этот зуб, сделать пломбу, и только потом уже заниматься всякими разными лечебными моментами, чтобы отбелить зубы. Здесь вам открывают карточку пациента и все процедуры, все действия, которые будут совершены в этой больнице, будут записаны, отображены на компьютере. То есть, когда вы придете еще раз, в системе будет видно, какие процедуры или какое лечение вы проходили. И вот так вот выглядит аппарат рентгена. Здесь. 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 Здесь.
Here's the shoulder blade for the This is the room. Biraz daha geriden, çok az. Kapatın. Kapatın ağzınızı, evet. Kocaman bir gülümseyebilir miyiz? Kocaman, evet, tamam. Hiç hareket etmeden bekliyoruz. Başınızın etrafında dönecek. Ben dışarıda çekeceğim, siz hareketsiz bekleyin. Мы сделали ортопантомографический снимок, то есть это снимок всей зубной челюсти, который показывает текущее состояние ротовой полости и всех зубов сразу. У вас проблема была в правой верхней области, здесь. Это который? Это вот этот зуб, да? Вот этот зуб. То есть мы здесь видим, что ваш зуб, он расположен очень близко к седьмому зубу. И поэтому его нужно будет удалить, к сожалению. Вот этот вот задний зуб, да? Вот этот задний зуб, самый крайний. С этим зубом, с другой стороны. Это седьмой зуб, все хорошо. Потому что здесь удален один зуб задний. Да, здесь. Больше у вас восьмерок не наблюдается, то есть проблема только в этом зубе. Кариеса нет. Это наша пломба. А если кариес будет, то как, каким цветом он будет? Черным? Да. Как вы его обнаружите? Кариес будет в месте, где не должно быть мягких тканей, будет показано черным цветом. А скажите, пожалуйста, вот я вижу, что у этого зуба корень один, да, такой? А вот у этих по таких два отростка, да, ну, такие два отросточка? Это маляры, то есть жевательные зубы, у них разветвленная корневая система. Чтобы они более, потому что они более мощные, они более большие, на них идет большая нагрузка, и корневая система у них достаточно широкая. С зубами у вас все хорошо. Единственное, нужно будет поменять эту пломбу. Вот эту вот пломбу вот нужно поменять, пломбу, да? И знаете, здесь иногда, поскольку, мне кажется, вот здесь вот расстояние, я когда ем, наверное, туда что-то забивается и начинает прям сильно болеть вот здесь десна. Вот здесь вот у вас контактная поверхность недостаточно, поэтому туда проникает пища, и давление происходит на десну. Ну вот, удалить зуб, сделать пломбу, и все хорошо. В принципе, все в порядке у нас. Стандартную анестезию, но... Так и не показывайте мне. Хорошо. Стандартную анестезию уколом, да? Да, уколом. Но у нас также есть безигольный метод анестезии. А как он выглядит? Он выглядит вот так вот. Это какой-то новый? Это новый аппарат. Здесь нет иглы. Анестезия вводится под давлением в мягкие ткани. А каким образом она проникает туда, если нет иглы? Иглы нет, под давлением, просто сильное давление. Это для тех, кто боится. И она так под давлением впрыскивается. Впрыскивается туда, да, под давлением впрыскивается
мягкие ткани. Ага. Вот. А какая более эффективна, вот это вот или... Эффективность одинаковая, можно применять любую, но этот вид анестезии больше применяется при пломбах, когда близко к нерву, кариес. А какой препарат вы вводите? Препарат? Любой анестезик, можно лидокаин, нитрокаин, то есть максикаин. Любой аппарат, любой анестезик. Так, все, друзья, вводим анестезию и потом будем вырывать. Ну что, друзья, мне вырвали зуб. Зуб сидел настолько плотно, что двум докторам пришлось работать. И, наконец-то, через полчаса зуб вырвали. Зуб был, на самом деле, поражен кариесом. И очень большой корень был у зуба, поэтому трудно его было вырвать. Смотрите, что я вам покажу. Сама вижу впервые в жизни, поскольку зуб вырвали, и там осталась дырка, промежуток, чтобы сшить края, используют вот такую вот иголку. Смотрите, вот такую вот иголку и вот такую вот ниточку. Через неделю швы снимут. И для того, чтобы быстрее все срослось, используют, вот видите, какая изогнутая стоматологическая игла, очень интересно. Ну, в общем, доктора справились просто на отлично. После анестезии, конечно же, я ничего не чувствовала. И, естественно, 2 часа нельзя ничего пить, не есть. Несколько дней нельзя есть никакие мелкие продукты, чтобы не забилось внутрь. И чтобы зажило быстрее, и никакая еда туда не попала. Также выписали антибиотик, потому что есть вероятность, конечно же, заражения инфекцией, и чтобы ничего не произошло, придется мне пить антибиотик 5 дней. Ну, в общем, доктора справились на отлично, я очень рада. Ну, и я очень довольна. Сейчас, я не знаю, буду отдыхать, но пока анестезия не спала. В общем, все нормально, все в обычном режиме. Работали над моим зубом как русскоговорящий доктор, так и турецкий доктор. И ребята просто помогли друг другу, справились. Ну супер, я очень довольна. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы по поводу стоматологии, обращайтесь, потому что на себе я уже проверила. И, друзья, мне выписали антибиотики. Доктор Семир Бей сделал все качественно и классно. Второй доктор, который помогал русскоговорящему врачу. И мне выписали антибиотики. В общем, мне нельзя кашлять, чихать, чистить зубы. Ну, сказали, что прийти нужно через 3 дня на контроль. Посмотрят, они срастаются или нет. И благодарим доктора. Семир Бей, сизачок, чок, ташики, радио. Гейсми селсу. Друзья, если вам... Сискасины... Видите, 2 года всего работает, но настолько профессиональный врач. В общем, обращайтесь в клинику Темель, нам очень понравилось. И, конечно же, не забывайте подписываться на инстаграм этой больницы и на мой инстаграм. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего и, конечно же, будьте здоровы! Друзья, мы снова пришли в стоматологическую клинику Темель, и сейчас доктор посмотрит, что у меня с зубом через 4 дня и скажет, как происходит заживление. Hastamızın koluna kan alıp santrifüj cihazımızda 20 dakika kadar santrifüj edeceğiz ve PRP elde edeceğiz. PRP'yi çekim soketine yerleştirip iyileşmesi için hızlandırma işlemini devam edeceğiz. O şey küçük bir parça gibi mi? Evet. В общем, друзья, через 4 дня после того, как мне вырвали вот этот зуб, я пришла на прием, чтобы проверить, как он заживает. В общем, все нормально. И для того, чтобы зажило еще лучше, мне возьмут мою кровь в центрифуге, в общем, ее как-то обработают, и на то место, где до сих пор есть рана,
в общем, приклеить, чтобы рана лучше заживала. Я первый раз слышу такую технологию, поэтому, кто знает, напишите. Bunun ne için yapacağız? İyileştirmeyi hızlandırmak ve var olan çekim soketinin daha hızlı iyileşmesini, kapanmasında yardımcı olacak orada, yeni doku oluşumunu sağlayacak. Для того, чтобы место, откуда вырвали зуб, в общем, лучше заживало, займет эта процедура всего 20 минут, но раньше мне такого вообще не делали. Önce hiç böyle bir şey yapmadılar. Bu sizin sinüs dişinizin sinüse yakın olduğundan kaynaklı. Bu diş yani burada. Onda bir problem yaşamamışsınız önceden. Bu dişinizde şu an hava geliyor ya, o da sizin dişin sinüsün içinde durmasından kaynaklı. В общем, вот этот зуб, который вырвали, он как-то связан с каналом. То есть, если я закрываю нос, то воздух выходит отсюда. В общем, он связан с каналом, и нужно, чтобы быстрее зажило. Ну, в общем, такая вот процедура. А так больно, но не особо. В стоматологической клинике, кстати, пока я жду врача, который возьмет у меня кровь для того, чтобы сделать так, чтобы рана заживала быстрее, я вам расскажу, что здесь есть в этой стоматологической клинике. Конечно же, здесь есть имплантация, делают мосты короткие, композитные различные пломбы, чистки каналов, коронки из циркония, лазерное отбеливание, чистки зубов и так далее. В общем, импланты, коронки, ортодонтология, хирургия и эстетическая стоматология. Вы можете зайти в Instagram этой больницы или позвонить им по телефону. В описании к этому видео я оставлю все контакты. И есть сервис экстренной помощи, бесплатные консультации, имплантология. Ну, в общем, есть детский зубной врач, есть взрослый, есть хирург. Все виды стоматологических услуг. Поэтому обязательно заходите, записывайте контакты. И если вы приезжаете в Аланию, или вы уже здесь находитесь, живете, или вы здесь в отпуске, если возникнут какие-то вопросы, можете смело обращаться, потому что, как я уже говорила, есть русскоговорящие врачи. Ну что, дорогие друзья, через 5 дней мне сказали прийти и, в общем, проверить, опять снять швы. Наложили мне опять швы. В общем, придем через неделю. Ну а так, нормально. Но потому что зуб сзади очень больно. В общем, прощаюсь с вами еще раз.